Шокирующие кадры из Гонконга облетели весь мир. Во время выступления местной поп-группы Mirror на одного из участников рухнул огромный экран. Один танцор получил серьезную травму головы, двое других отделались ушибами. Пострадавших сразу госпитализировали, но подробностей об их состоянии пока нет. После инцидента выступление бэнда было прервано, а их менеджер принес зрителям извинения и призвал покинуть площадку. Местные СМИ пишут, что ранее фанаты музыкального коллектива уже пытались обратить внимание организаторов на вопросы безопасности. На это их сподвигло ЧП на предыдущем концерте, когда один из участников группы упал со сцены.